Всем привет, дорогие зрители! Нашел пирожок 2 плюс 1 в центре Алании. Срочная продажа. Цена этой квартиры 39 тысяч 500 евро. Продается с мебелью и техникой. Я не снимаю улицу, так как хозяин попросил, чтобы никто из риэлторов Алании эту квартиру не видел. Из-за этого пришлось мне вот так. Это цокольный этаж. Рядом есть парки, улица и большие торговые центры. Все рядом. С этой стороны у нас балкончик. Тут вот именно решетки. Там у него есть местечко, как можно поставить беседку, сделать беседку. Можно пользоваться как офис, как квартиру и как склад. 100 квадратных метров. Просторная спальня. Выход также есть на балкон. Вот такой потолок. Здесь коридор. Так как наш канал смотрит все риэлторы Алании, из-за этого я ему тоже сказал, он сказал нет, чтобы никто не видел. Из-за этого мне пришлось вот так снять ролик. Расстояние отсюда до моря максимум где-то 500-700 метров между ними. Вот такой один туалет. Здесь также дверь из здания, вход. Отдельная кухня. Такая. Рядом есть парк. Потолки высокие. Где-то 290 сантиметров. Здесь у нас вот такой санузел с душевой кабинкой. Просторный, не маленький. Вот. И вторая спальня. Просторная. Вот. Вот здесь вот такой садик. Можно здесь сделать беседку, деревья, цветы. Ремонт требуется где-то 200 евро. Можно сделать куколку. Мебель тоже вам что-то придется поменять. Это бюджетный вариант. Срочная продажа. И вот такая кладовка отдельно. Так. Все, дорогие зрители. Ждем звонка. WhatsApp, Viber, Telegram. Центр Алании. До Клеопатры оттуда пешком отсюда где-то максимум 20 минут. Зданию 20 лет. Документы все в порядке. В ТАПУ просто прописано, что это может быть офис, может быть квартира, может быть и склад. Электричество, свет, абонементы уже есть. Просто переоформят на вас. Расходы на ТАПУ оформление выйдет где-то между 600-900 евро. Все. Кого интересует недвижимость в Алании, обращайтесь. У меня есть почти любой, на любой бюджет квартирки. Такие вот продажи быстро продаются. Так, пока что эта квартира только у меня. Обращайтесь. У меня уже клиент есть, я уже ролик отправил. Все. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район, центр Алании. Не буду говорить где. Всем пока-пока.